Разговаривай с ним. Это вторая часть шестой... Ой, седьмой части. Был дисконнект, к сожалению. Блин, ну... Что это? Что случилось? А, ну не захотела быть оборона. Капец, ну... Не надо так делать. Я не смог ничего поделать с собой, просто руки сами потянулись. Ты да, все-таки хочешь паука сначала убить? Ну да, давай последовательно, нам в любом случае нужно это делать. Ну окей, агри его. Ну, можно, да? Да. Хорошо. Хорошо. Что он не агрится, да? Ничего себе так. Один ход он тратит, когда воду набирает. Поэтому сейчас отличный момент, чтобы... Меня заметили. Я ни в кого элементалем не могу, кроме как вот так вот сделать. И это хреново выходит. Ладно, отведу вот так. Паучки приоритет, они наносят много урона. Паучиха, конечно, водой много бьет, но воздушный щит и, возможно, элементаль потанкуют. Также яд. Я бы тебе рекомендовал после убийства какое паучков горение? Взять резистенс на 50. Я такой упас. Хорошо. Угу. Окей. Я вместо стрел очарования пытался, короче, очаровать наконечником его. Давай, давай, паук на паука. Какого... Что за чит? Хитрый. По мне тут всякие начали стрелять. Куда пополз вот тот, кого я очаровал вообще? И почему у него уже мало хп так? Угу. Возможно, это ошибка. А ты хотел уже водяной на себя наложить, по-моему, нет? Ну не сейчас, он скорее элементали будет бить. О, влагой по паукам. Очарование то, что нужно. Пауков постоянно очаровывай, если есть такая возможность. Нет, все, уже нет. Это была потому что они стрела. И бьют ее, и... То есть совсем нет очарования? Mm-mm. Паук, мы за тебя. Там Элинар в чатике пишет, паук, мы за тебя. Да, такие... А этот паучок, он нехороший. Но он идет, кажется, по тебе стрелять. Опять, да. Ты очаровал его девчонку, паучиху, другую. Так, я могу... Я много чего могу. Что нужно сделать? А тот умер, да? Ну, бей того, кто по мне стреляет. Тот, который очарован, еще один ход будет очарован, вроде бы. Угу. То есть рядом с собой минусы, товарища. Окей. Минусю. Стою на огне. Очки действия тратятся очень лениво, слава богу. Так что я могу себе позволить много костов. Виктори! Арг! Только надо было перед этим сделать, конечно, баф на силу. Это фейл. Держись, Миша! Ох, 330 влага. Надо было щит все-таки кставать. О, нет! Только не яд, главное, чтобы по мне прошелся. Хотя сейчас он яд в тебя, но по идее должна. Внедрение не действует. Шпион. Да почему в меня-то опять? Да ерундовый этот. Только не стой на этой штуке и все. Пиу! Хорош, давай еще раз так же. Пиу! Хорош. Еще раз можешь? Нет. У меня мало очков действий, к сожалению. Ну ладно. Сколько у тебя хп осталось, друг?
Вообще нисколько. 19. Ну уж я должен 19-то ударить. Давай. Мы верим, мы верим. Хорош. Смерть, эти освобождения... Что? Освобождение от чего? Ты, кажется, мудрую вещь какую-то сказал. Да, я сам только не понял, что я ляпнул. Так, ну и по-хорошему мне надо сопротивление яда выпить. Так, я, пожалуй, этот ход... Хотя нужно, наверное, дамаг наносить. Как я дамаг прошел, прошло очарование, можешь право паука уже минуснуть. Mm-hmm. Ну и смотри, чтобы тебя следующим ударом воды не смело. А он будет следующим ударом набирать эту самую воду, скорее всего. Поэтому mm-hmm. можно повременить. Но как убивать паука справа, я, если честно... А, я могу к себе его перетащить. Но тогда я его не добью. А, я же его убью просто. Тогда просто бью его о землю на огонь. Ему должно хватить. Угу. За них экспи, да, не дают пока? Не, не дают. А, я могу заморозку становить. Но у нее же влага жесткая, да? Ну, я не уверен, что... Давай проверим. Похиляю быть. Разок ее. Ничего страшного в этом нет. Заморозка не действует, 22. Так, ход тратят, видишь, как хорошо. Но следующий будет водой. Урон. Я от 40 всего лишь. Давай я ее отравлю, а ты ее подожжешь. Давай. Давай. Нормальный план. Ты с яда не хочешь уйти? А это... Пофиг, да? Не, по-моему, это я уже... Ну ладно. Просто стаков два, как будто... Я свиток юзаю, потому что, скорее всего, водяной щит. Где он там? Вот он. Бульк. Хилочку, раз уж у нас пошла такая пьянка. И... Говоришь, поджечь. Ты у меня рабовой сет начал. Да, поджигай. Поджечь не могу. Следующий ход. Сейчас просто дамаг. Тоже нормально. Горение вообще-то у нее. Уже. Ох ты, господи, щит весь снял. Капец. Да, полегче. Да хватит уже. Ты успокоишься или нет? Травление. Я сейчас могу отдаться просто, по-моему. Твой следующий ход. Но на тебя отравление, да. Но ты же мне резурект передал, правильно ведь? Да. Нет. Нет. Это мы зарелоуднулись просто, потому что уже. Ну, будем надеяться, значит, что я успею хильнуться, что. Потому что. Да-да-да, не, погоди, вот эти два это следующий ход. Видишь, ход же разграничивается с этими маркерами. То есть я в этом ходу смогу похилять себя. Не переживай. Хорошо, не буду. Бей ее. Или хиляй себя. Да, хил висит. Я бы хотел выйти с паром. На ней не висит. Блин, как же хреново это все. Ай. Ладно, вот так вот отойду. А что тебе дало? Ты из пара типа вышел? Вышел из пара, стою на местности, которая горит, меньше очков действия, на огненные заклинания. Ну, давай щит на резиста огню. Хотя, кажется, это даст уменьшение резистов к воде. Это минус, конечно. Ладно. Мне повезло зато. В плане, что я могу хильнуться очень хорошо. Не забудь мне передать резурект. Да, 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 да. И можно ее попробовать оглушить, учитывая там огромное количество пара. Я бы себя хильнул еще. Да, хорошо, хорошо, пофиг.
Так, еще один ход. Еще один ход. Блин. Может замедлить. Но нет, на боссов такие вещи не действуют, как правило. Как же тут не сдохнуть-то, а? Как же тут не сдохнуть? Может увеличение количества ХП сделать, X который. Угу. Ну попробуй. Нормально. Угу. Сколько у тебя? Почти 600, 700. Косарь 77. Я следующим ходом буду ее просто тогда станить. Попробуем. Это пригодится. А чего не достают из-за нее? Доставал же... А, вот, все, достаю. Она очень плотная. Я не знаю, что делать. Попробую застанец. Я, правда, в облаке, похоже, стою. Но на меня не... А на нее оглушение подействовало. И слепота. Угу. А чё ж раньше так не сделали, а? Вот чё так раньше не сделали? Халява, вывод не из... Не переживай. Значительно упростила бы задачу. Два хода, справимся уже. То есть, пофиг. Делай, ладно, что хочешь уже. Главное, что она тут не выстоит. Два хода. Даже один не выстоит. Да, четыре магических предмета. Два из них там фиолетовых, два зеленых. И экспы дали, да? Тебе. Сохраняемся. Окей. Ты идентифицируй, я пойду поговорю с Дездемоной. Твое тело, от тебя буквально исходит жар. Эти пещеры уже столько лет не заходило ни одного теплокровное существо. Какое поистине восхитительное зрелище. На маяке меня встретил призрак Самсона. Он намерением потопил твой корабль, но сожалеет об этом. Далее косарь экспы. Он не мог так поступить. Ты хочешь сказать, что он намеренно бросил нас в этих бурных водах? Не могу поверить. И все же, если ты говоришь, в любом случае должна это увидеть. Говоришь, что на маяке отлично. И дневник обновлен. Надо было спросить, кто ты. Ну, говори теперь, да, что там по... Я тебе все скинул, все, что тебе, да, можно заинтересовать. Tom of Experience 2. Ох, хороший посох огня, правда, двуручный, но восприятие и очень серьезный урон. Пойдем ее ограбим. Ее уже нет с нами, она уже стелепортировалась. Нет! За что? Вы можете вырубить в этой паучихе целую комнату, говорят. Что? Вырубить целую комнату? Отнеси ошейник котейке. Ошейник достался? Где ошейник? Там какой ошейник? Так надо коту принести ошейник. Окей, вперед. В таверну сейчас забежать. Северные ворота. Соберите отряд, прежде чем идти дальше. Avengers Assemble. Yeah. Тот кот, который подкатывал в буквальном смысле яйки к... Ой, извините, пожалуйста. К другу... Ну, к кошке герцога, кажется. Но он недостаточно был... Давай. Мажорный, чтобы она... Смогла. Это тот кот, который на самом деле анимаг? Нет, это не Арху, это кот, который в этом, в крабе. Его зовут Непотопляемый Сэм. Привет, Данпил, сегодня фуфани будет. Сегодня будет Divinity и StarCraft 2. Насчет Максим. Есть. Клянусь усами, ты нашел мой ошейник, благодарю тебя. Да благослови тебя небо. Немедленно надену и поспешу к Максим. Побегу со всех лап. Благодаря тебе я стал счастливейшим котом в мире. А сколько дали экспы? Ты заметил? Нисколько. Ну как, не может такого быть, мы выполнили квест. Но он сказал кукиш и ливнул. Так, левелапа у нас нет. Ты меня очень сильно рабовосишь. Давай перезвоним. Еще, говорит, второй квест с призраками у кота. Так, а мне нужно к герцогу.
Кажется, сюда. Вот она, Макс. А, непотопляемый Сэм уже здесь. С ним поговори, только не, нельзя. What? Сейчас, погодись. Почему так? Так, пустая книга чародейских навыков не надо нам, да? Скорее всего, нет. Блин, я не могу с ним поговорить. И на маяк еще надо сходить. Кажись, с Максим поговорите. Да он... ты убил кота, да? Чё? Я никого не убивал. Ну тут труп кошки. Класс. Ой. Я не помню, чтобы она меня атаковала, честно говоря. Так. Скорее всего, она полезла защищать мэра и попала под горячую руку. Ясненько. Так, где у нас там... Ремень какой интересный. Блок щитом. А, нет, блок щитом нам не нужен. Зачем они мэра убили? Он на меня напал, я оборонялся просто. Маяк. Через заброшенные фермы я пока... маяку. Надеюсь, там есть живые люди. Чтобы квест сдать. Кот был не в курсе изначально, видимо. Ну да, он так давно не заходил к ней. Не дал нам этот квест. Наверное. А резурект там ей резнуть нельзя? Кстати, хороший вопрос. Попробуй. Есть резурект? Я-то уже по-другому побежал. Тем более, не я кошку убивал. Поэтому... Ну, я так полагаю, она действует. Ну, давай, зомби-кошка ему не привыкать будет, я думаю. Да, может, ему все равно. Давайте глянем. Это будет забавно, если сработает. Если разрабы такое чудо предусмотрели. И мне еще благодарить он будет. Если я не знаю, кто ее убил, но я резну ее для тебя. Так, тут убегает. Мы, кстати, духа убили в маяке? Да, я не помню. Не, не убили. Любимая, я должен был знать, что ты не способна меня предать. Я должен был знать, что твоя любовь неизменна, словно небо. Мною владело безумие, и его когти лезвия глубоко вонзились в сердце. Все же посмотри на нас, смерть не помешала нам воссоединиться. Любимый, молю, прости меня. Одно лишь твое слово исцелит мое сердце от ран. Эй, ты! Теперь ты уже знаешь всю историю целиком. Возможно, ты поможешь мне принять решение. Отчасти я разделена, отчасти в полной ярости. Что ты думаешь о моем муже-убийце? Реально раскаялся, прости, что мы могли забыть. Ты не обязан прощать убийцу. Прощение. В принципе, я могу его убить, чтобы он не мучился. Кота не надо. Воскреси ту. Я не могу ту воскресить. Не можешь? Я могу убить его, и они воссоединятся там, наверху. Ну, тут не дали никакой экспы после того, как мы поговорили с Самсом и с Дездемоной. По-моему, идите... нас все парят, и я предлагаю их всех минуснуть. Так. Они используют тебя просто. Возможно. Так, мы можем пойти сейчас к алтарю странствий и дальше на север к лесу. О, 200 опыта. За что дали? Может быть, за этот последний квест. Так. Я посмотрю, что у кота есть вообще. Я попытаюсь его обокрасть. Кстати, вы еще не сдали 3 квеста за нежить лейтенанту Селении. Упырь с маяка, курган и церковь. Она за столом сидит рядом со штабом Аурея. Так, ладно, я побежал. Кота убил, блин. А я пытался его обокрасть, но он среагировал. Так, лейтенант Селении. Она за столом сидит рядом со штабом. Рядом со штабом. Скорее всего, вот здесь вот, на площади. Ага, так. Вот она. О, кстати, я же военное дело изучил. Поговорим о нежити. Не может быть, тебе удалось найти одну из причин появления нежити? Да. После 2 лет появилась надежда, да. Телерон тоже был замешан в этих ужасах, тот включил мои боевые раны и облегчил, как жаль. 13 косарей экспы! Неплохо, и репутацию дали. Сейчас левелапчики пойдут скоро. В долгу. Я хочу обсудить кое-что относительно Легиона. Тут одни ищут работу,
Но боюсь, легион нет. Насчет вылазок на вражескую территорию нет. Насчет маяка. Двое легионеров спрятались в кустах, да, так и было. Казалось... Да, это они. Церковь была тоже. 600 опыта, мелочевка. Насчет могильных курганов. Древний некрополь. Некромантов там. Мы были там. 330... Ага, легионеры все мертвы. Три слова злом. Я, пожалуй, куплю это. Хотя могу и украсть. Скоро левелап. Так, все точно издали. Кстати, Миш, у нас, ну, по финансам неплохо, кстати, ситуация сейчас. У меня 7 тысяч почти. Я хочу сейчас только найти еще книжки по военному делу. Ты не знаешь, где они продаются? Я нашел только две. По военному делу на втором этаже таверны краба у ассасинки. Нету там ничего у нее. Нету? Такого. Там у нее вроде и военное дело, и ассасины. Нет. Такого нету у нее. Босса снизу справа убейте. Босса снизу справа? Как мы там же убили все. У капитана в казарме, говорят. Военное дело. А, ну да, тоже логично. Тогда пойду к нему сбегаю. Могу резурект купить. Давай, покупай штуки. Все резуректы, что есть. Если это человек, с которым мы еще не общались, я могу своровать, в принципе, у него. А казармы это у нас где еще раз? И ну, где-то на западе или на... Ну, как-то куда-то туда. Капитан Урей, да, там? Штаб Легион Тюдьма, дом повара, скорее всего, там. Let's see how good you are. Дом повара. Легион. Да, скорее всего, здесь. Меня там в ад отправляют. Я... Поместье нежити мы зачищали, естественно, на прошлой трансляции. Во время боя с браком вы должны были заметить, что он засмонил 5 боссов, да. Упырь, огненный барон... А, барона мы еще не били. А, барона, того скелета, которого действительно мы... А где он, как раз вы говорите, на... справа? Да, там действительно неизведанная у нас, неизведанная локация есть вот здесь вот. Я побегу постепенно туда. Да, я здесь. Капитан, улыбнь. Да, у него хорошие эти штучки. Нет, Лока, где озеро из яда, вы там были тогда. Озеро из яда? Помнишь это, где мы пытались пройти? А, ну да, я про это и говорю. Это, оно где-то вот здесь, вот комната. Огромный кулак обрушивается на вашего врага и отправляет его в нокдаун. Да, это оно. Изучаем? Три хода, конечно. Изучаем. Конечно же. Провокации. Просуют всех противников вокруг, чтобы не хотят на вас напасть. Хрен. Не хочу я такого. Шанс наложить эффект воодушевления. Повышая силу, ловкость, интеллект, телосложение. Не знаю. Поможет союзнику встать после нокдауна. Да. И потушит горячего. Раз. О. Хотя мне... Лечение ран у меня уже есть. Ну и все. Ладно, хорошо. Этого хватит, я думаю. Святая ручная граната. Дорого стоит. Так. Ну что, я изучаю эти темы тогда. Так. Рука помощи. Сокрушающий кулак. Нормально. Что у тебя там происходит? Ну, неудачные попытки. Не самые удачные попытки пройти сквозь ловушки. Но приходи потихонечку. Можешь телепортироваться на меня. Тут вроде как безопасным. Я хочу
эту штуку взять и туда хочу, кинуть. А я хочу опять. Так. Вообще мне бы смастерить пока что-нибудь, пока ты там пытаешься пройти. Да блин, да как так-то? Короче, пофиг. Ой, не пофиг. Не, пофиг. Изи. Почти. Все. Ну или ты меня резнешь, когда телепортируешься. Я лежу, тебя жду. А, ну нормал. Да-да-да, изи. Опа! Вот это поворот. Я слышу, как кости сломанные так. Эй, а где? Где хилка-то? Капец. Дай мне свиток, пожалуйста. Дал тебе 5 свитков. Отлично. Да уж, не то слово. Почему я не могу юзать ничего? Я стою на месте, немножко. Не могу стоять. Почему? Сейчас она у тебя вот, видишь, откатилась, все, теперь можешь. А, вот так вот. Ты сначала в шоке был. Я до сих пор в шоке. Рычаг, кстати, здесь. Сейчас, погоди-ка. Запертым. Сможешь как-то дверь открыть? Такой вопрос. Должен. Сложность троечка всего. Нет. А сколько тебе навык взлома? Двойка, да, я догадаюсь? Понятно. Ну, мы можем, если у тебя есть что-то на взлом айтем какая-нибудь. Это я еще, кстати, надел на взлом кое-что. Да. А, погоди, а есть навыки, которые повышают все там на единицы, допустим? Ты можешь меня телепортнуть за дверь вообще, Миш? Кстати, вряд ли. Ну, попробуй. Вне зоны видимости. Я вообще от справа могу попытаться увидеть. Подожди секунду. Это отсюда, если я тебя смогу телепортировать. Нет. 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 А, можно взломать ее точно. А вообще-то рычаг есть какой-то. Да я жалован. Точно, мы же можем дверь-то по-другому. О, извести. Миша, там сундук. Сундук. Где, где, где? Беги! Он в яде. Не должно тебя останавливать. Да, давай. Вообще бочки возьми, бочки, и накидывай на вот эти вот кнопки, которые. О, дверь минус. Я пока чекпоинт открою. Оп! Хреново, когда ловушки не видно. А эти ловушки что делают? Они просто яд спавнят или они взрываются? Да, спавнят яд и взрываются, кажется, еще. Но на них, если наступать, ничего не будет. Или им пофиг? Ну, я наступил, мне не понравилось. Нет, если на саму ловушку наступать. То лучше не стоит. А если не наступать на ловушку? То ничего не должно произойти. Точно? Я не уверен. Ну сохранись тогда, пожалуйста. Сохранился, иду вперед. Опачки. У тебя там, я вижу, весело. Все, БСП. Ювелирно прошел вообще через все. У тебя там хп маловато. Опачки, а я, кажется, пришел к боссу. Это же он? Это он, да. Погоди, я там подобрал что-то в сундуке. Это круто, конечно. Не очень. Засохшие сады. Не очень. Вызов паука. Серьезно? Геомантия, да.
Ну, она Света? Базовая, конечно. Ну да. Диамантия, кажется, единичка. Блин. Тогда вызов паука тебе будет. Не, ноль. Не, ну... Их много, этих разных. А, да как? 202... Как это произошло? Объясни мне, пожалуйста. Ну, лучше не спрашиваем. Просто обычный огонь наносит 27 тысяч урон. Просто вот огонь, он в одном месте такой огонь, в другом месте а он куда? Такой. Что? Почему? Что, что, где, кто? Что случилось? И... Почему а? Релоуд какой-то пошел? Как ты? Я бежал. Я... Подожди, а как? А почему релоуд? Может, ничего себе. Ты нажал релоуд? Да. Возможно, сейчас все шмотки откатятся. Миш, молодец. В общем, да, ладно. Паук не нужен был. Зачем тебе паук? Да паук не там выпал. Паук у меня просто был. А, у тебя был паук, а ты его зажал, паука? У тебя все равно геомантия не изучена была. Короче, с пауком ты, конечно, накосячил. Я побежал. Я даже не знал, изучен у меня геомантия или нет. А паука зажал. Ты меня отвлек, и я умер. Ты какой-то зажапук. Ну, в смысле, зажал паука. Постоянно так происходит. Сундук закрыт. Давай снова релоу тогда, что? Что, почему? Ты я уже пару девайсов магических под себя нашел. А, то есть когда я под себя нахожу, ничего, да? Давай сейчас нормально, потому что... А, до этого как бы, окей, хорошо. Ничего не было. Все, давай нормально. Я почему-то не увидел ловушку. Ладно, хорошо. Тут, ну тут дым, тут реально... Да вообще, ни хрена не видно. Слушай, а... А, я же могу их взорвать сейчас, правильно? Блин, реально лава тут, оказывается. Реально лава. Главное, не взорвись. Я побежал. Ой. Я не побегу туда. Ты сгоришь сейчас. Не, не сгоришь, был неправ. Я босса хочу согреть уже. Ты готов? Слушай, там какая-то система, теперь они бесконечно взрываются, короче. Не френдли. Да как-то там не пройти теперь. Как я первый раз слутал его, я не могу понять. Короче. Так, система какая? Я вижу врагов, я лезу. Погоди, неплохая система. Давай как-то... Закрытый сундук справа находится, восточный какой-то там... Королевский сундук. Где? Справа. Ну, то есть вот туда, куда я смотрю. И... Ну, а дальше какие-то зачарованные доспехи, скелеты-стражники в количестве трех штук. Ну, вот здесь вот. А, чё, прям туда? Чё ты боишься? Давай, давай, иди за мной. Не переживай, смотри в сундук. Сложность замка 3. Бывает. Можно его атаковать. Лук не исчезнет. Выпадет. О, череп. Ну я агрю, пацанов. Я вообще взял сундук с собой, короче. Ну, тоже подход. Кого ты агрить собрался? Погоди. Ну, тут много народу. Давай тогда я сначала... Что ты сначала? Вот что ты сначала... Занял? Все? Угу. Работаем. Норм. Угу. Сразу два оглушения. Так, что у них там? Здесь там... Огонь, да скелеты типичные. Да-да-да. Ну, минус 35 из-за тепла. У того, которого ты смотришь. Слушай, что, опробуем новый скилл мне? Сбивай с ног. Давай. Вроде чистой воды физуха. Невосприимчивость к нокдауну. Вот что за... Поилу спас... Я не знаю, почему там спас-броски проходят. Какие резисты работают. И не горит нифига. Совсем офигели, что ли? Ну это зачарованные доспехи. У зачарованных доспехов как раз... Сопротивляемости нет к воздуху, кстати. То есть молнии и пр. Mm-hmm. Я хочу к ним поближе.
Ну так, чтобы повеселее было. Тут погорю сразу же. И начнется экшен. Экшен. Работаем. Хил, это понятно, оглушен. Заходи, гостем будешь. Ты куда побежал? Иди сюда. А, кастует с копьем. Воу-воу-воу-воу-воу, что это? Какое-то псионное копье. Бззз. Ну, никаких статусов не вешается. А вот это, ну хотя слепота пофиг тоже. Какая разница, я всех рядышком вижу. Слушай, там такое хорошее АУЕ. Да кидай, не думай. Точно? Ну, если особенно огнем, то вообще найс. Ну, там невосприимчивость к горению так-то. В смысле, невосприимчивость к горению у меня должна быть. Ну, хотя, может быть, и нет. Бах. Я подойду поближе все-таки. Да, присоединяйся. Так, что я могу? Я могу все. Стою на огне, поэтому делаем огонь раз, ускорение. Делаем. Может, этих тогда... У вас же тоже с огнем беда. А, воздух у вас точно. То есть у вас огонь, у вас воздух. Чам-пам-пам-пам-пам. Тогда делаю бонусный урон. Баба. Легкий фаербол на себя. Ну, как бы хватит. Месть такая у него. Ой, спотыкается, нокдаун 3 хода. Есть чем снимать, да? Ты уже взял что-то. Вот это очень хорошо. Ты сейчас 3 хода отдыхать. Я, конечно, в стихии в своей сначала нахожусь. Огонь моя стихия, но... Но скучновато лежать вот так вот. Хо-хо, так это ж халява, слушай. Щит, а почему вообще, ты, да? Почему ты раньше так не делал, скажи мне? Нам было слишком просто играть, я решил попробовать усложнить задачу. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, этот распадется. Этого лучше добью огнем, пофиг. Пыщ. Можешь мне вообще тогда, слушай, все самые различные школы учить и как бы забить на нанесение урона. Буду с ОМОНом там заниматься, еще какой-нибудь ерундой. Так говорят же, со второго акта лукари там то ли по девайсам, то ли еще почему-то начнут тащить. Так что ты уж... Там слева еще этот сундук. И направо ответвление тоже какое-то идет. Привет, Фархим. Привет всем. Что-то я это... Так, а справа что? А, справа типа можно было обойти. Слушай, я боюсь, что этот сундук недобро на меня смотрит как-то. А и он заперт еще. Третий тоже. Подобрать. У тебя перегруз. Да, давай я тебе его один дам. А когда ты собираешься их открывать? Когда у меня будет взлом 3. Ясно. Сейчас будет босс. Где? Ну, потому что карта заканчивается. Там, скорее всего... Да, а, еще сохранение, меня... видишь. А вон сидит, костяной барон. Мы с ним уже воевали. Он вообще изичный. Сырое мясо. Просто изичный. У него аура повышения инициативы. С ним сидит леди Анна. Невосприимчивость у нее к физурону, причем. Да, посмотрим, что за резисты. К огню ничего не умеют. Погоди, я сейчас к огню ничего не умеют. Короче, огонь моя стихия. Врываюсь и убиваю. Погоди, Миша, ну давай. Я... Да, готов. Не будем пока никуда врываться. Так, а по остальным там что? Следующий поп. Вода, воздух, земля, только вот с ядом. Ну, хилять еще их наверняка можно, учитывая яд. Хотя это вроде на зомбарей работает. Вообще на скелетов тоже должно быть. Огонь. Огонь. Все,
Все, поехали. Куда идем? Стой, подожди. А, ты... Я хочу прыгнуть на них, может быть, стан сработает. Я тоже хочу. Только ты, меня, тебя спалят, а меня нет. Поэтому я могу, в принципе, сейчас уже станить их. Подожди, на счет три. Раз, давай. два, три. Что-то не сработало, по-моему. Они вызывают вот этих вот, смотри, справа... Дудочник. Дудочник, да. Он резист повысит охлаждение. Но охлаждение это не заморозка. Оглушение сработало, отлично. У меня сейчас его огнем стреляет, молодец. И что? Сопротивление... А, это нокдаун. Блин, инициатива какая-то дикая. Лучше не действует. На, так, надо мне врываться туда. Так, я стою на огне, с одной стороны. Это хорошо. Да, их много. А дудочник будет... будет по раунду менять резисты. Надо было убирать бы. А, ты вон где вообще? Да, смотри, не оглушись сам только. А как я могу это сделать? Как я могу? Потому что ты в моем облаке оглушения стоишь. В смысле? Какое облако? Тебя сбили с ног просто. Я выстрелил облако оглушения там, где ты стоишь. И поэтому оглушилась леди Анна. Я вообще в другом месте, видимо, у тебя стою. Я стою за тобой сейчас у меня. А, да? Ты у меня стоишь там, где они сидели, собственно говоря. Прикольно. Ну ладно. Надо как-то, в общем, это... Я буду навигацию через стрим осуществлять. Надеюсь, задень скелета этого. Нормально. Так. А этим я не достаю. Что, конечно, плохо. О, за 1к голды можно респект сделать? Фух. Да? Вообще изи что-то как-то. Это где? В конце времен? Каких времен? Это в этом, в порталах. То есть мы можем вернуться. Тут, ну, это между мирами. Такой там где. Такой щит. Слушай, Миша, мы сейчас... Я тоже хотел бы перекинуть. Это такая халява. Ой-ой. А заморозку, кажется, я могу с тебя снять. Было бы неплохо. Не, так изменение, замедление. Я могу, мог оглушение с тебя снять. Вот какая, какой косяк. Ну, хотя это было все равно бы сейчас заморожен. Блин, а, капец. А, по тебе стреляют. Так, благословение. Ну, что-то мы не подготовлены были к этому бою. Для брака мы танцуем тили-тили на твоей могиле трали-вали. Хорош, хороший перевод. Вообще их надо было кайтить вниз. Просто. А сейчас оглушение, кстати, я тебя сниму. Ой, у меня что-то игра, кажется, повисла. Нет, все, у меня отвисло. Была такая тема, но там... Ой, как я лагиваю внутри игры. Да. Элементали холода. И окаменение на два хода. Найс. А, книжками еще... А, блин, Майкер, они... Спеллы тоже разучиваются. Короче, забей, не будем тогда респекаться. Вообще, они очень-очень хорошо кучно встали сейчас все. Да, толку. Ну, я могу стан попробовать наложить на всех. Я два хода камень. Интересно, рейтинг защиты повышается, если... Если ты камень? Если ты камень, да. Блин, сори за лаги, пацаны, это в игре в самой какая-то, с точки зрения оптимизации, беда. Да, потому что у меня тоже лагает. На тебе... О, он вызывает. Ну, это... Я предлагаю тебе по возможности убежать. Я могу стан и в инвиз уйти, пытаться. Ну, стан основного населения, собственно говоря. А кто ходит вообще? За ворота, потом меня резурект и за спину. Короче. Давай, поливай. Это 4 хода, а инвиз стоит... 3 хода. Блин. Ну, ничего страшного. У меня есть адреналин. Или его не тратить. Так а что ты хочешь сделать? Я хочу оглушить большую часть, чтобы по тебе дамаг не наносили. А, окей, виз. Давай попробуй. Все равно у невиз будет действовать у себя не два хода, кажется, а 5 больше. 5 ходов. Угу. Понял. Ну еще не факт, что это все, кого оглушили. Угу. Но я пропускаю этот ход.
42 ок. 42 ок. Хорошо, горим. Мимо. Попал. Еще один ход я пропустил. Пешечки что-то маловато уже. Блин, оглушение не подействовало. Там целая еще очередь перед моим ходом. Да, я в курсе. Три хода. Этот не должен добежать, если только вставать будет. Да он побежал, а он... Оббегает, просто оббегает. Так, ну у меня есть инвиз. Я думаю, надо накладывать хил. Надо сделать... Да, хил это топ-1 сразу же. Инвиз и загорение действовать не будет, но если я возьму... Сделаю... Щит, сниму... Я вообще мог с тебя горение снять. Прикольно. Не, нормально, я могу сделать и щит, и инвиз. Это раз. И два. Стоим, улыбаемся, да? Да. Так, подожди, а с меня... Если я пробегу сейчас через горящий... Ну, на тебя может инвиз повесить. Не будет горения, не должно горения быть. Все, а, щит же у тебя, да? Да-да-да. Ну, я просто думал, он снимает эффекты или делает невосприимчивым горением. Ну хорошо, сейчас ждем пару ходов, хиляемся. Они видят, что пятка хорошо, пусть лечится там. Будут тупить сейчас. Можно еще отойти немножко назад и в двери их принимать. Фаерболом, конечно, так хочется туда закинуть. Ну, отойдем сначала назад, отхиляемся. Ядовитый у тебя есть какой-нибудь АВЕшный? Да, конечно. Но я сначала хочу отойти назад и хильнуться. Просто если мы будем сейчас скипать ходы, представляешь, сколько времени это займет? Вот они ходят по полчаса. Да не скипать, я просто хочу отойти и хильнуться в любом случае. Мне нужно это сделать. Угу. Элементаль... А, он исчезнет. Даже не догорит, а исчезнет. Как они долго думают. Так. Что мне делать? Отступай чуть ниже и хиляйся. Ну, я могу сейчас... Их... Нам надо, чтобы они подошли вот к тому месту, где ты стоишь. Грубо говоря, окей. Там узкий проход, и там всех можно. Хотя можно всех и на лестнице, в принципе, принять. Мне надо отойти оттуда. Короче, я аркажу. По тебе не задену, но их хорошо задемеджим. Почему нет, да? Проблема в том, что они сейчас к тебе побегут, ну, побегут, а я далеко нахожусь. Я там стою сейчас. Ты можешь за них убежать наверх. Тем более, видишь... Ну, хотя... Не, мне надо вниз тоже идти. Пожалуй, да, это безопаснее. Главное, на огненную землю там не наступи случайным образом. Угу. Вот и хорошо. Сейчас они пойдут через огонь, погорят, скучкуются получше. Там яд, стан какой-нибудь. Он скользнулся, кстати, опа. Да, еще один. Этот погорел. По мне, правда, сейчас что-то летит. Ну, кажется, просто дамаг смешной. Самон, а не укрепление. Крепил лежащего. Угу. Хорош. Видимо, боялся, что мы по нему заденем. Ой, больно. Против яда у меня резистов нет. Видимо, да, нулевые. Леди Анна битая очень. Что он делает? Хил. Она делает хил. У меня армор скоро сломается. Но не все подходят сюда, что очень хорошо. Охлаждение не заморозка, не страшно. Этот горит. И... Поднимает его. Резуректит. Не, он не резуректил, он поднял. Тот лежал просто. Да как так? Нифига и себе по... ты. Поднял, подбежал, ударил. Падать. Лично. У него половина хп, предлагаю сейчас бароном. Или... А кто там в проходе? Раз, два. Хотела уехать двое. Газом. Там леди Анны и этот... Я думаю, что можно даже костяного барона тебе бить. Ну, хотя смотри сам. Тут
А яд их разве не хиляет? Такой вопрос. Нет, не должен. Яд стопроцентный. А, резисты у них там 100% яда. Ну, то есть хилять не будет, но действовать не будет. Ну, я хотел поджечь же потом их просто, вот почему. Либо застанет. Стан лучше. Так, и хил пошел. Так, хила у меня нет. У него... Его застанет можно тоже. То есть его молнией можно пробить. То есть я бы... Я могу его откинуть вообще. Давай. То есть, туда, например, продемеджить огнем, например. Потому что резистов нет. Наверх, в общем, кидай его. И, да, закинуть подальше. Куда-нибудь вон туда вот. Пусть подскальзывается. Халява дешевая. Эти маги. Лол. Ну, он еще не подскользнулся, но... Ну, бежать нормально просто тут. Да. Но он может еще подскользнуться. Да ладно, как видит-то? Давай, оглушение, отлично. Хил, падай, беги, падай. Ай! Воодушевление. Это плюс 2, кажется, да? Так, а у них спало, да, это что-то почему-то? Угу. Че это? Там один слепой, но он ауендом мочи туда огненным каким-нибудь, да. Или рикошет, или что. А. Пусть окей. Они через него пытаются проходить и как бы минусятся. По возможности. Окей. Ты тоже хиляйся, да. Да, уже есть. Фейербол в откате. Можно бить просто. Да, наверное, надо Анну замочить. Но только тепло. Увы. Ай. А, сработал последний этот по оглушению. А у этого, видишь, 4-5 раз попытка, и все не оглушил. Читак какой-то. Мне все чинить надо. Так, давай что, минус ним это все добро тогда. Да, давай. Там АУЕ 4 человека стоит, половина из них еле здоровые. И... даже... Восприимчивость. А, ну окей. Кровотечение, да, андеды, они такие... Да, нормально, тут осталось-то ерунда. Не-не-не, сейчас тебе еще что-нибудь воткну туда. Что-нибудь кину. Уджин, в принципе, я могу 6. Еще то же самое кинуть. 98, это сколько осталось? 34. Ну, там поглощение, наверное, часть будет. Ладно, почему бы не попробовать еще раз. Ок. Барона в этот ход, я думаю, добьем. Так, у меня вода и земля. Вода, земля. Ах, вообще пофиг должно быть. Вообще пофиг должно быть. Невосприимчивость к физическому урону, лол. Так, давай аркадить. Ты Анну, да, минуснул? Не знаю кого, но главное, я сократил расстояние до барона, чтобы можно было вот так вот сделать. Неплохо. О, арбалет усиленный, неплохие стальные доспехи. Арбалет минимум, в любом случае, там очки действия только жрет зазря. Пропускаем ход. Ай-яй-яй-яй-яй, какой пропускаем-то? Что-то я думал, что там наверху уже никого. Да там еще трое так-то. Поторопился. Так, лечение на мне висит, еще один хил, ну там увеличение количества, там консту добавить можно, на время увеличить количество хп. Но леди Анна мертва, главный тоже умер, и по сути осталось лучник, криомант поблизости, а Минестрель, он ничего не делает, только ауру, кажется, резистов дает.
Жалько. Надо проверить, на кого эффективнее нокдауны действует. Потому что там явно есть какая-то особенность. Да, по тебе причем. Это хорошо. Я хоть... Прям очень хорошо. Ничего личного, просто... Вызов что-то. Да, элементаль сейчас появится, скорее всего. Ну, он огнем быстро убивается также. Так, я... Накидываю ХП. Я бью касанием... А, давай-ка лучше подожжем землю вокруг себя. Это на обоих, плюс уменьшит количество очков действия. Я смогу... А кого лучше добить, элементаля или... У того, ну, смотри, у вероятность повыше. Больше. Ну, я не знаю просто, какая у элементаля. А... Какой-то он плотный. Криомант. Недооценил. Доспех, кстати. Бил элементаля, по-моему. Да, элементаля я бил. Интересно, доспех может сломаться вот в буквальном смысле? Потому что если может, я что-то не хочу. Для нокдаунов, говорят, нужна сила. А-а-а. Но я тогда мимо вообще. Зачем я изучил вот эту штуку? Немножечко непонятно, конечно же. Так, ну что, попробуем ауешнуть. 385 на всех, или... Меня лучше не трогать, там, не армор битый. Хотя, может быть, он и не ломается полностью. А, вот так вот ауешнуть, только за... Криомант сверху. Я отступлю. Хила тебя нет. Тушить надо или нет? Не-не-не, нормально все. Я огонь, моя стихия. Лучше огненный щит я сделаю на себя. Так, этот придворный догорит. Придворный точно догорит. Щит на себя. Чтобы урона не было. Скорость на себя. Ну, у меня, кстати, шанс нокдауна просто 80%, а не 100. То есть сил из-за сил он был бы 100, а так 80%, что тоже неплохо. Я отступлю. А-а-а! Там... Как там... А, там элементаль упал, да? Из-за этого... Ты поскользнулся, что ли? Да, я поскользнулся. Видимо, из-за того, что здесь элементаль умер, и... Вот круто. Спасибо большое. Резистым. Ну-ка, у меня хил откатился. А я могу тебе броньку скинуть? Или это долго чинить во время? Лучше, я, наверное, попробовать добить. Там осталось-то трое. Да, только... Причем один очень битый. То есть, точнее, ты сейчас убьешь вот этого товарища, и все, и бой закончится. Потому что остальные не в курсе, что мы тут вообще стоим даже. А, ну вон там еще один, да? Цель вне поля зрения. Просто отойди влево и все. Я хотел... Давай элементаля вызову лучше. Ну, мог влево отойти, они тебя не видели бы и сами подходили бы. Я могу и так сделать. Они и так по мне стрелять не могут сейчас из-за... Сейчас-то просто ты сейчас вызвал, подключится товарищ, который сверху. Он до этого не в курсе вообще был, что происходит. Теперь он... Да, я думаю, пофиг, подходить. Если честно, что он там... Что он там подключится, не подключится. Элем даже справится, может, со всеми этими. Элементаль 9-го, а не 7-го. Он хиляет его, да, еще? Отлично. Так, у нас еще бой идет. Элем убьет максимум в 2 хода того. И учитывая то, что здесь все горит, я бы на твоем месте пропускал ход просто. Да, я тоже пропущу ход. О, подвис. Кто ты? Элементаль подвис. Ну, то есть, такой вот стандартный тупняк. И ход не пропустить. Я нажал на воспламенение, как бы он... Он оценивает шансы свои, видимо. Как бы тут игра не зависла. Либо у них любовь с первого взгляда.
На самом деле все достаточно плохо. Вообще никакие действия я не могу сделать. Хатки не работают. Нет. Я могу выйти, если хочешь. Так, может, давай сделаю сохранение на левое имя. А, вот, все, после сохранения. После. Ну, может, время прошло, может быть. Может, escape нажал. Угу. Escape нажми, говорят. Да. Ой, у меня скоро левел будет. Ой, лем закончился. Да, скипны ходы, он просто не знает, что мы здесь. Просто скипы и все. Угу. Так, давай тебе армор дам, пока есть опция такая. Почини, пожалуйста, а то могут пропасть. Там ботинки и армор. Угу. Круто. Начал летать, молодец. Поторопился, немного поторопился. Там все потухло, я тоже полежу. А зачем, если бой идет, зачем ты невидимый? Да, тупим помаленьку. Тут золото, соки всякие. Ладно, выхожу на него, стреляю. Прыгаю, чтобы... И вот так вот. Кстати, хорошо сочетается с... Вот это вот блинк молния сочетается с огнем из-за того, что огонь часто на мели работает. О, амулет буйвола. Что это такое? 1000 стоит, 1176. Число очков действия. Ни на что не похожий амулет, кажется, был отломан какой-то скульптуры на левом роге. Это, кажется, один из амулетов, типа амулет просвещенного буйвола. И число очков действия, уровень 8. И что он дает? А, нет. Что он делает? Какие доспехи. Может, его идентифицировать нужно? Амулет буйвола-то. Не знаю. Скинул тебе амулет буйвола. Да нет. Он просто амулет. Ключ от Восточного Королевского. Куда-то его можно воткнуть. Выкидывай, кстати, эти сундуки, которые ты... А что такое? Не мог открыть, какой-то ключ нашел. Да, ох ты. Короче, сапоги скинул тебе. Нож. Да все мне кидай, скорее всего, не все. Они тяжелые, кажется. Но если 6 сил, то и норм. Кого? Кто 6 сил? Сапоги? Да. Да они вообще ни о чем. Угу. Одна инициатива, 15 очков здоровья. Не уверен, что имеет смысл. А какой нож-то? А, вижу. Нож так себе тоже. Так, предлагаю сейчас к чекпоинту верхнему идти, который дорога на Сильвер Глен. Возможно, мы кому-то можем что-то сдать. Кошачья любовь. Мы вернули. Понятно. Сундук второй открой, говорят. Да его вроде уже облутал. А, второй ключ ты не находил? Там ключ от западного королевского сундука. Похоже, что нет. А он есть. Может, он у той мадамы снизу?
Может быть. Ну а тут пустом. Конец времен. Конец времен это как раз там, где навыки можно за косарик. Но а там именно навыки или. Они прямо и скиллы тоже дропаются, вообще все дропается. А-а-а. Я просто навыки, конечно, поменял бы местами. Так, ну сундук с собой забираем теперь чем? Да я думаю, забей, учитывая то, что уровень 7, вряд ли тут будут какие-то ценные. А так, ну, деньги они стоят наверняка. Так, я не могу, нужно собрать отряд, прежде чем идти. А куда идем мы? В конец времен. Блин, ты хочешь... Ты знаешь, сколько мы денег потратим, чтобы все книжки заново изучить? Нет, тут другая тема. Тут не для этим. Мы нашли звездный камень. Откуда вы знаете? Угу. Заработал новый портал. А он открылся после того, как мы босса главного путешествия. Мы нашли еще один звездный камень, и Зигзагс радостно принял нас в конце времен. Его подозрения подтвердили, звездный камень расширил конец времен и активировал новый портал. Слушай, а тут вот этих порталов, ты знаешь сколько? Раз. Три с этой стороны. Два, да. Не действующие. Три с этой стороны, это уже шесть. Вон действующий портал, Миша. Веди меня. Он к нему пошел как раз. Можно поговорить с ткачихой временем. Можно в портал зайти. Может сундук, типа, мы же нашли какие-то сундуки. Может быть. Нет. Пыль пикси у него продается. А, ключ от западного сундука должен находиться в той луже лавы, где ты сгорел, получил 2 каурона, 20 каурона. Ну, мы теперь никогда да, не узнаем. Да, не узнаем, что ж там было. Погоди, кровавик активируйте. Что такое кровавик? Он у тебя, что ли? Да, 2 камня есть у меня. Зачем? Говорят, активировать их можно. Ну, он излечит от любой из хвори и восстановит их там как-то по-другому. Видимо, их куда-то надо запихать. А, откроются еще порталы, как только мы активируем. Давай этот пока исследуем. Тут сидит Астрата. Говорит какие-то ругательства. Древний дневник справа. Вилки. Ложки. Давай поговорим с ней, что ты хочешь. Вы не может быть, так значит вы хранители, обманутые мной, оставившие... Меня, ну каким слабым вы стали, столь же слабым, сколько сильными были когда-то. Посмотрите на себя, раньше вы правили, а теперь подчиняетесь. Не ведая о неудаче в судьбе. Горе миру, если так. Новая запись, какая-то дриада говорящая. Вы смогли открыть зал героев. Здесь будут отдыхать спутники, которым вы прикажете покинуть. Это не важно. Нашли письмо генерала, сражавшегося в Великой войне. Никак не мог насытиться кровавой резнёй. В очередном письме... Смешанные чувства второго генерала относительно великой победы. Не заслужил подобных почестей. А, ну тут наши спутники все, типа. Вроде как. Все наши спутники, которые у нас нет, да? Ну вот я одну принимал, ее раздел, собственно, второго тоже. А вот где с этим они? Я не говорил. Джо. Справа от стола. Посмотрим, что может... О, вот оно. Да. Можно, во-первых, нанять здесь спутника, любого вообще из. Огромное количество классов, фильтров и... Точильный круг. Через как он работает. Ё-моё, с навыками сразу же. До свидания. Невозможное сочетание. Как так? Так, древнее письмо. Необходимо кузнечное дело. Ну, короче, я могу... Опознать можно. Я знаю сочетание. Я не могу этого сделать.
Как только... А, это, по-моему, да, в Диабле было, да? Не помню. Так, ну и чё, это, что это за... Байрдоди... Что за имя у нее вообще такое? А кто она вообще по жизни? А это просто NPC, который... Не, понимаю, у них какие-то спеки вообще есть? Ну да. Ну, а какая разница, если... Так, нужно как-то кровавик применить, не знаю как. Где? Начнем с этого. Я его нашел, может быть, портал нужно как-то его закинуть, или, или его просто здесь нужно применять. Давай-ка я сделаю сейф, вас вполне возможно просто здесь применять. Воу, полегче. Что происходит? Кажется, я неправильно сделал. Ну, мы опыт получили, поэтому вполне вероятно правильно. Использовать, говорят. Не трать просто так. Блин, вы издеваетесь, ребят. Использовать, не тратьте. Использовать! В чате противоречивые действия, мнения. Может, нужно к порталу именно вот такому? А, я понял. Открылся портал в запретную зону, вот слева. Этот не действующий, а вот в запретную можно сходить. О, заяц! Заяц? Ну ты знаешь, что делать. Да, он появился из портала, возможно, как бы... Загружайся... Попробуй поговори с ним. Понятно. Нельзя их тратить, они в квестах могут пригодиться. Забей на эти камни, и зайца в двух квестах камней куда больше. А-а-а! Как же... Что за спойлеры вообще? Так, ладно. Предлагаю двигаться дальше по квесту. Там заяц из портала выбежал здесь. Сдался тебе этот заяц. Отсюда как прыгнет. Предлагаю пойти так. Не, не так. Знаешь, куда пойдем? Непонятно, куда пойдем. Через парочку. А вообще в город, наверное, надо. Там все продать. А что продать? Что у тебя есть? У меня куча шмота ненужного. Я думаю, надо дождаться 10-го левела. У тебя скоро до... Сколько до него? Два деления почти. Ну, можно пройти к... дальше по квесту. Смотри, правый верх. Её, это мы не туда. Где город? Сейчас, сейчас. Дорога с... на... Ты в город хочешь, точно? Конечно, я... Ну, телепортируйся к городу, окей. Я пойду, пожалуй, попробую... Ключ найти. Если... А, нет, сюда я не смогу пройти. А, вот так вот можно. Развалины виллы. Развалины виллы. А сундук, который ты не открыл, он... Там и остался? Там остался. Угу. Ну, приводи тогда дела в порядок и в правый верхний чекпоинт, который тебе доступен, иди, когда будет возможность. Так я к тебе портнусь и все. А я не туда пошел, поэтому тебе и говорю, куда надо идти после этого. А зачем мне туда идти, если ты там не будешь? Окей, ладно. Не, я просто не понял. Серьезно. Да твою... Сори. А что такое? Да там лава, сори. Оу. Оу. Да-да-да. Да, я сохранялся только-только. Когда мы можем наши луки и прочие другие оружия искателей приключения базовых наборов грейдить до небазового набора? Мне любопытно. Сложные вопросы. Ага. Да... А,
Как? Сори. Щит на себя повесил? Да какой щит, там 30к урона огнем. Надо, видимо, вытащить бочку дальнюю, но как... А я... ты дождь не можешь там вставать? Нет, дождь, заморозка, все это мимо. Сделай 120 фаерриза и пройди. Да у меня у одного такого... Хотя бы если бутылек будет... Я только с БСП, на самом деле, смогу такой резю сделать. В смысле, тебе надо бафнуть? Да, на 25%. Мое. Отличный сейф, Миша. Да уж. Да не, я просто стоял на месте, там, видимо, лава разливается. Как там? Телекинезом. Я телекинезом и делаю. Телепортом же. Телепортом. Точно. Все, пока не надо. Я попробую его реально взять ящик и перенести чите, его телепортом. Да. Только смотришь, он не сломался. Так. Привет, торговка. Мы с тобой уже пятый раз пытаемся поторговать. Блин, реально. Телепорт работает так. А, ну да, ну там ключ. Ключ, который. Норм же. Все в лаве. Он далековато. Ну, похоже, понадобится резист от тебя. Ну видишь, если я к тебе сейчас прыгну, то мы об этом пожалеем оба. Нет, я нахожусь в безопасном месте. Скинул тебе еще пару девайсов на починку. Угу. У тебя есть бутылек резиста огнем? Да, если нет, то сделаю сейчас, погоди секунду. Угу. Я, соответственно, здесь беру 25 резистов. Родных резистов 20. Что-то мне еще давало. Нет, уменьшение сопротивляемости. Блин, был же еще один каст. Щит так, на тебе резист. Починил, скинул, да, тоже? Нет еще. Угу. Вижу резист. Шмотки скинут тебе. Скинул обратно. Ага, вижу, спасибо еще раз. Так, можешь телепортироваться, я в безопасности. Делаю сейф, и вот, собственно, ключ я вижу, где он лежит. Ты на меня скастуй, пожалуйста, свои общие резисты. Сейчас, секунду. Я скастую свои, пропью бутыль. Сколько он действует? Как все сложно. А что мы хотим сделать-то? Он забрать из лавы с ключ, вон наверху, который валяется. Ну ок. Так. А может, ты действительно телекинезом достанешь? Не надо. Давай лучше. Я пробовал это уже сделать. Все, пошел КД. Черт, где оно? Это не то. 13 косарей. Какие резы сейчас были? Сейчас уже все спало. Прикольно. Надо в тактический режим, наверное, перейти или как-то по ходам, чтобы... уложиться. А зачем столько всего ради одного ключа мы делаем? Так, часы для справочки. Да не, ничего, можно не брать, на самом деле. Он откроет сундук, бла-бла-бла-бла. Так, я вообще продал что-нибудь, нет? А у тебя телекинез какой, кстати, по уровню? Единица, да? А есть шмотки на телекинез? Да. Какая шмотка? Кольцо. Дай мне кольцо еще одно. Вижу. Сейчас попробую достать его. Понял. ТП, говорят, ТП. Сломай сундук, боже. Что? Какой сундук? Который не могли открыть. Говорят, что ты ТП, говорит. Отлично, товарищ. Вот это первая фыва на сегодня. Может быть, я... На тебе. Просто на взлом что-нибудь надену и взломаем его. Я не могу шмотку взять вот так вот и телепортировать. Как бы это понятно. Ладно, давай по квесту пойдем. Слышишь, я говорю, я могу что-нибудь что, на взлом надеть на себя, чтобы у меня был 3, и взломать его.
А, да, на самом деле там, скорее всего, не девайсы будут того же самого левела, поэтому не стоит. Ты разговором занят? Угу. Бывает. А что такое? Ничего, я готов перемещаться, если ты будешь готов. Я вот тут думаю, тут неплохой шлемик. Один восприятие плюс невосприимчивость к слепоте. Как лучнику, наверное, мне неплохо было бы такое иметь. Инициативу, ловкость, здоровье, вот что тебе неплохо было бы иметь. А вот это вот... Просто разбей сундук с руки. Да, тоже можно. Я жду тебя. А, я думал, ты там сундук пошел разбивать. Нет, нет, нет. А чем и куда ты хочешь пойти в итоге? Сообщи мне, пожалуйста. Ты разговором занят. Я сейчас пока закупаюсь там свитками нашими. Еще раз, мы идем в чекпоинт дорога на Сильвер Глен. Если тебе о чем-нибудь это говорит. Да, ты прав, мало о чем мне это говорит. Ну ладно, давай. Телепортируйся на меня пирамидкой. Миша не на ключ тыкал, на устройство. Вот чара бежит лав. Ты на устройство какой-то кинул. Кликал. Тыкал. Вот ты понял. Так, у нас тут, во-первых, waypoint. О! Нам идти теоретически наверх. Тебе сзади сейчас подбегут. Эй, слышь, кот. Дошло до... Удалось дойти до леса Лукуны. В былые времена ходил подышать свежим воздухом. Повсюду магия. Мы ищем хижину Икары. Ее осаждают непорочные. Там лежит что-то ценное. А что это за черт вообще? Ну, он в самом начале помогает. Не, я помню. Но мне кажется, он злодей. У него смотри 4 свитка резуректа. Я это уже говорил на предыдущих стримах, но он я черный, взял. И он с белыми волосами. Стопудово он злодей. Вот, гадалки не ходи. Так, давай осмотримся. Может, ты хильнешься? У меня нормальное количество хп, это баг. Тут разные места есть для лута, только что золото нашел. У меня камера как-то под странным углом. Живописно. О, впереди големы каменные, похоже. 9-й элементаль с земли головорез. К воздуху, да никаких завалим, резистов. Давай. Подожди, 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 я хочу став надеть на воздух. Мне же недаром, блин, давали став на воздух. На воздух став давали. Вот оно. Вот оно, вот оно. Ну да, я готов. Работаем. Так, а там зловонный цветок как вообще ходит? Работаем. Неплохо. А чё ты так вперед-то вышел? Я вообще подкрадывался к ним. А цветок подсказывает, ядом атакует, раз он зловонный. И, скорее всего, плюется, раз такой вот. Огню у него минус, поэтому давай мы всех просто подожжем и все. Жги. Хил идет на цветы. Урон идет по цветам. Этот что, кидаться будет? Ускорение! Такой быстрый элементаль земли! Конечно, странно, учитывая то, что скоростью славятся элементали. Быстрый и яростный элементаль земли. Воу! Вот его надо в первую очередь. А у тебя же очарование может даже работать на них. Иногда он не действует. Пронесло. Но я не хочу очарование тратить на двух каких-то товарищей. Окей. К огню нет резистов у элементалей земли. Ну, к воздуху жестче, конечно. Ладно. Скорость раз. Урон два. И, наверное, я не успею ничего больше сделать. Нормально сходил.
А, ты следующий ходишь, так что можешь. Так что можешь. Так, у них броня у всех высокая. Ну и бьют они здорово, конечно. Ты еще не знаешь, как они бьют сейчас. Под яростью-то, товарищ. Ярость 50% урона тебе, на всякий случай. Так, чтобы ты понимал, что он, скорее всего, с руки тебя... Понятно. О-о-о. Воздух. На него стан действует. Если воздух, это стан. То есть молнии, оглушение, подобного рода. Ага. Угу. Ну, собственно, понял. Адреналин, инвейс и вали. Да, я могу без адреналина. Ну, отлично. Сейчас вот на мне проверим. Ну, так. Ну, соточка, короче. Соточка, 200. Да. Эти не достреливают просто. Окей. Опа. What's up? Кто там? Ходячий дуб. Дуб? Он, с скорее всего... короче, наиграем. К огню, да, с земли и яду сопротивляется. Я тогда станчик, пожалуй, попробую сделать вот так вот. Раз. Бз. Вот так вот. Вот так вот. Понимаешь? Все нормально. Сейчас вот единичкой сюда. 1000. И... валим. Да. Так, ну тут тому нет смысла, наверное. Ух, левелап, есть левелап. Доступен основной 5 этих. Кажется, аэротуэра... Вот это вот надо брать. Нашу. Да. Лютый мороз, да. Прикол, давай. Опа, да ладно. Что такое, что? Очаровал? Очарование не действует. Почему это интересно? Если 100% оно должно быть. А где вообще пишешь, что там не очаровывается, допустим? Что-то я не замечал такого. Ну, окей. О! А, отравление не действует, пожалуйста. А, фак. И третий раз. Нет! А что, отравление? Или... С третьего раза, да, отравили меня все-таки. Подлецы. Так, а мне к тебе, наверное, вписываться надо, да, раз... Да, надо тебе как-то дерево сагрить. Но я дерево могу сагрить вот так вот. Портни его, да, куда-нибудь. Стою касанием. Ладно, пропускаю пока. Там Макберни рекомендовал, качни силу, от амулета зависеть будешь. Ну, пока нет достойной замены, амулеты в принципе встречаются достойно очень редко. Поэтому я лучше одно дополнительное очко действия за счет скорости получу. Хотя, возможно... Ох ты, два косаря. Куда это он? Как-то он медленно ходит. О, I'm dying. Меня добьют рейнджевики, короче, если ты со мной сейчас что-то не сделаешь. Во-первых, я могу элементаля огня вызвать, чтобы он сагрился. Куда они туда, остальных. В центр? Да, максимальный рейндж. Во-вторых, я могу дуб убить, в конце концов. Да, давай, неплохо. Он же к огню не очень. Мы его... Хотя не добью его, скорее всего. И теплом. Ладно, подбегаем. Ну, сейчас Салим будет ходить. Я могу добить дуб. Точно добью дуб. Далее к этим просто вплотную подойду, чтобы они прям вот не думали... А вдруг у них наоборот, типа, не могут стрелять по тем, кто рядом. Ну как на такого элементаля не позариться?
Я все равно, кстати, отдамся, вот в чем минус. Из-за яда и нокдауна? А, вот нокдаун у меня перестал действовать, но яд, как бы, мне за один ход снять может нормально. Хил повесь, пожалуйста, в общем. Да, хил есть. Хил будет. Так, а как мне пробежать-то? Я тут подгорю. Да надо бежать все равно, пофиг. Надо бежать, надо стрелять. А у тех против кого? Туда. А, огнем. Элементаля похиляешь заодно. У элементаля, кажется, нет такой темы. Да ладно. Да, есть такая тема. Но я не добегаю. Увы. Так что ты просто плюхай. Я понимаю, что хреново. Сейчас огнем будем. Оп. И с руки так. Опа. Второй раз можешь ударить? Не сможешь. Элементаль отдается. Но они могут по мне еще пострелять. Мы на одинаковом удалении находимся. Нет. Да. Хорошо, но следующим ходом я уже туда влетаю. Или фаербол кидаю, или там еще что-то, в общем. А, ну, отлично. Совсем немного там осталось по хп. У одного, по крайней мере. Там это горит все, да? Да, все горит. Не то. Наконечник, а где... Вот, вот это мне надо, отлично. Минус один. Еще фаербольчик туда со взрывом сопутствующим. И только выстрел. Так, но этого должно... А, цель не видно. Вот в чем проблема. Ладно. Просто подхожу. Она что же не видит? Добить можно АОЕ только. Ну или она догорит сама просто с... через какое-то время. Ну, так лучше, да. Звериная шкура для крафта, видимо, мухомор, золото, доспехи. Так, давай-ка я дождем попробую тут все потушить. Так, а мы вообще где? В каком смысле? Какой-то новой локации или что это? Вот, смотри, лагерь справа. Посвященные охраняют лагерь. Мы ищем хижину, которую там охраняют. Сейчас, найти ведьму. По словам Арху, хижина Икары находится где-то в восточной части леса. Там может быть опасно. В окрестностях снуют непорочные. Вот мы нашли этот лагерь их непорочных. Что, будем нападать? Конечно, конечно. Погоди, дай быстренько скрафчу тогда себе. Пояса нет. Так, давай, может, все-таки скрафтиться. Палочка на скорость где-то еще у меня была. Блин, где палочка на скорость? Неужели я ее продал? А, скорость 12. Вот она. Или водой. Да пофиг, да, давай водой. Урон будет очень хороший. Да, не столь важный. Они 10 уровня там. Вообще изи. Он один вообще, кстати. Там. Я пойду поговорю с ним. Пока. С ним можно поговорить. Стоять, имя богини, кто ты? Я просто путешествую. Возможно, такой заблудший овечек. Они френдли, типа. Могут быть. Ладно, жду. Стали стремиться не к богатству, к блаженству. Чужаку может это показаться странным, но знай, что не так давно мы десятками гибли от жуткой болезни, пока те...
Она показала нам, как превзойти слабость и дряхлость наших тел. Вот почему мы верно служим ей. Если хочешь знать о богине, поговори с отцом Лойком. Слушай, я думаю, не стоит убивать. Вдруг тут торговец какой-нибудь есть. Тут остерегайся заблудших. Классно. 1300 опыта. Вон шатер. Слушай, а тут сейчас хорошо тогда... у них. О, тут еще кошки есть. Тут и кошки, и... Не убивай только кошек. Я тренироваться же на ком-то надо. О, это Арху. Тихо. Сейчас к ним поговорю. Тебе удалось добраться в страшноватое место. Почему ты ходишь в обличии кота здесь? Местный жрец нам нужен, Лойк. Знает больше, чем остальные. Он встречался с какими-то типами в балахонах, даже гоблинами. Окей. Да, погоди, не заходи никуда, тут быстренько все обшарим. Да, тут я уверен, что можно... Есть кузница даже. Кузница? Ага, так у меня кузнечное дело так себе. Разве это так, в принципе, да. О-о-о. Not bad. Уже все пусто. Деревянный кол. Ну тут я немножко, да, обшарил. Там дверь закрытая слева. А за дверью стоит чувак какой-то. Сейчас... А, нет, не за этой. Здесь открыта дверь. Кажется, это торговец. Лавка Нади. Ох. У него есть деньги и огромное количество ингредиентов для крафта. Всякие нитки, черепа, иголки, сферы, отмычек очень много. Флаконы, ну, с ядом. Собственно, поехали. Расскажи о себе. Надя Бен. My father was a good man. Вообще, самое ценное за этой дверью. Смотри, там сундуки. Наверное, надо... Книга какая-то лежит. Кузнец своего счастья, том 4. Для крафта, возможно, новый... О-о-о-о. Я боюсь, конечно, туда заходить. Все. Ну, вы видите сейчас... собственно, процесс... грабежа. О, а можно вниз кто-то... еще, в подвал есть заход. Угу. А ты можешь дверь открыть, чтобы я тоже в подвал зашел? А ты не можешь открыть? Ну, я могу, но у меня он как красный открывается, то есть, я, скорее всего, меня заметит. Ну, ты тогда это, пока в невидимость войди. Ну, в смысле, в... А, не, открывается. А этот заперт. То есть, либо ключ, либо взлом. А, вон ключ от погреба. Ой. Так, а здесь что у нас с крыском? Я слышал, как Надя шепотом обвиняла Лоренса во всех грехах, но без доказательств она так и будет шептать. Так, здесь усиленные стальные шлемы за 800. Острый двуручный топор. Как в свою игру. За 800, да. Книга «Очищающий огонь». Кажется, он есть. Ну что, неплохо лутанули. Свидетель у нас только остался. Здесь. Да, крыску мочим. А, нет. Я не могу. Очищающий огонь. Нет у меня, точнее, его. Нейтрализует горение, заморозку, оглушение, очарование, слушай, лечение и щиты. Крыса, очищающий огонь. Крыса, между прочим, 9-го левела. Левелап за крысом. Фига себе. Вот это да. Так, что, взлом качаем или нет? Ну, я не знаю, тебе явно виднее, что там качать. Я себе ловкость просто машу и все. Ту-ту-ту-ту. Я могу взлом на троечку и, в принципе, как бы, ну... Либо кузнечное дело, либо ремесло. Ничего не помню. Я пойду ему продам все. Отлично.
Ну а что таскать это барахло-то с собой? Правильно? Ой, я случайно... Что? Я стырил у них на глазах. О, да ничего, можешь вернуть им. Тут ремень продается. А у меня вообще ремня нет. Очки здоровья, взлом. Есть ремень на взлом. И на кузнечное дело. Ё-пресс-это. И кольцо с редистами. За 2600, нет, забей. Я тут вообще стоял все время. Блин, я бы просто взял ремень ради... Тебе взлом или кузнечное дело? Ремень на кузнечное дело хороший. У меня ремень и так на взлом, на ремесло и на 21 очко здоровья. Кузнечное дело, 50 очков здоровья. Если нет, я себе возьму. Мне хп нужны. Бери. Что могу сказать? Кольцо шикарный резист. А ты видел здесь арбалет? 100-150. У меня есть... А, ну наручи тебе такие вряд ли нужны. Тут заносить... Да, лучше продать это, в общем. Ерунда. Нормально, почти готов. Так, книга воздуха, свиток, удар камня. Это что, геомантия, что ли, или что? А, это свиток, господи. Граната любви. Как тебе такое, Миша? Ну, звучит, конечно, странно. Но она очаровывает всех в радиусе. Юзай кровавик 5 или какой-то откроет элементали со спалами. Окей. О, ну да, у нас сейчас перерыв, судя по всему, будет. Там в любом случае сейчас уже... Ну да, я про это и говорю. Прямая. Так, ну я взял себе просто ремень на хп, и все. Потому что я вообще без ремня... Я не опознал же его. Сейчас, секунду. Там тебе, возможно, сейчас еще перепадет кое-что. Что перепадет? Стальной свиток, рецепт? А, ставчик. Ну... Ох, 940 хп. Не самый, конечно, четкий, но... Ну, урон неплохой, хотя... А, 20% шанс нанести увечья на 3 хода. Это очень круто для мели. Очень круто для мели. Правда, этот не ломается. И урон у него больше. Очков здоровья приблизительно так же. Много рецептов новых. Она шарится... В этом, в пустом своем сундуке, где да. Уже ничего нет. О, хорошо, что мы это место нашли. Тут наверняка будут еще маги в городе. Блин, а я мог всех их убить же. Да, вот это вот очень большой было бы ошибкой. Ну а вообще мы их всех могли слутать так-то потом. Ну, да, наверное. Реальный кол. Круто, ну, еще есть 7 минут, отлично. Так, давай я осмотрюсь по другим. Чё? Окей. По другим домам. Таверна Кирка. Натягивай тетиву, том 2. В таверне, конечно, тут... Марисом. Ой, WhatsApp. Арбалет на 153 урона. Я тебе про него говорил, ты проигнорировал меня. Ну, 5 очков действий, блин, требует он. Я все пытаюсь лук найти какой-нибудь. Тут очень много воровать всего. Закрытые сундуки. Разные сундуки закрытые. Второй этаж еще. Все, что закрыто, теперь будет открыто, потому что у меня... Ха, там беллинг в комнате. Потому что у меня взлом на троечку уже, это раз. Помоги мне, эта тварь поймала меня, она спятила, меня убьет. Я не подойду ближе. Принцесса... Угу. Бики-бум. Новая запись в дневнике. Подрывник Бики. Мы встретили проститутку Бонни, которую держит заложника странный скелет по имени Бики. Нам удалось его успокоить, но по-прежнему угрожает взорвать себя, тем временем слишком близко. Так, ну я попробую его стрелить просто. Хотя он... А что происходит здесь?
somebody do something. Надо его отстрелить. Так я могу отстрелить. Ты вообще портни его просто куда-нибудь. А, да, кстати, потому что он взорвется, когда я... Давай, раз, два. Все, ГГшечка. Вообще без палева. Ты куда это вообще? Где мы? На второй этаж таверны. Спущусь вниз, подышу свежим воздухом, расспросить меня обо всем. Окей. Репутация и экспы. Ой, дали. Экспы, и сундук чисто. Еще здесь, и вообще... Норм. Золотишко еще. А в комнатах? Тут в каждой комнате... Дверь закрыта, вот смотри. Только не так. Еще сундук. Портретиков тут нет? Было бы неплохо, если бы они были. Портретиков не видел. Налазили лечение. Кружка пива. А вот и портретики. Раз. Понеслась. Это да. Чернильница, скорее всего, нужна будет для крафта. Листы бумаги. Это все, все возможно, понадобится. Уровень навыка взлома слишком низко. Это сколько тебе надо? Сложность замка 4, блин, вот. Где там еще было, ты говорил? На первом этаже. Здесь я все уже взял. Но я пойду дальше, ты возвращайся на первый этаж, там есть что облутать, поворовать. И... Что? Да не-не-не, я просто думал, что мы в запретной зоне находимся где-нибудь. Нет, там свидетелей нет вообще наверху. А внизу? А внизу там много, да. Делаю сейф. Обхожу. Я сначала пристрелочный так пройду. Посмотрю, что тут где. Предлагает заклинание? Да ладно. Да. Школа огня, резуректы. Взрыв. Класс. Косарь. Светлячок есть, есть. Огненный щит, огненный щит! Наконец-то в заклинании, в виде заклинания. Беру. Посох силы и воли. Палочка на 80 урона. Капец. Амулет. Сопротивление земле. Немота. Отражаете чушь. Резист уже по 20-ку. Инициатива сопротивления яда, ремень. Этот практически такой же. Ну вот, очищающий огонь. Ой, то есть огненный щит — это must have. Тут народу что-то дофига. Ну не надо ни с кем соединять. Я уже соединенный. Вот портрет лучше купил. Почему 55? Дорогая же штука. Написано даже на ней. Вот, свиток воскрешения куплю лучше. Так, купил заклинание. Какие-то они тут все ненормальные. Ну, я не смогу его вязать. А да, нужна пиротехника, тогда? Но как бы, а вдруг не найду дальше, в ближайшем будущем. Или все-таки взять и убрать... Бабосы, найс. Элем пригождается, шар пригождается. Вот эта дымовая завеса редко юзается. Ты рифмами начал говорить, Эм? Так что, делаем паузу? Кушаем. Да, я подумал, да, перед тем, как забывать заклинание. Сейчас будет перерыв, я думаю, минут на 10-15, и потом продолжением StarCraft Спомни 2 на 2. А с БСП мы заканчиваем трансляцию. Прощаемся до... Да, до... Ну, ориентировочно завтра, если все будет так же, как обычно, то завтра в 4 часа по Москве встретимся. Окей, да. Все тогда. Всем спасибо и до связи. Счастливо, приятно. Пока. Постаркрафтить. Да, да, буду крабить. Давай. Пока.